Блять, просто умер на коле, сука. Просто сел писюн погореть слишком близко. How does this keep happening to me? 2 seconds, Илья. Денис, пожар уже, блядь. Блядь! Сука! Денис нахуй сгорел. Сука, пайп райт. Вот это на земле, это Денис. End of flashback. Да я в ахуе. Пацан, так подло. Там еще даже пишет, сколько типа дней я прожил. То есть день это час, то есть по 17 часов. Этим персонажем. Давай, Денис, сделай усилие над собой. Да пацан... Я слышу, у тебя лечение должно пойти вот просто сейчас. Просто очень по-уебаному все это. Бывает. Типа, я отвечаю, типа, если бы я один, если бы это был бы синглплеер, я бы такой, окей, I'm not playing this game for a week until I'm not hating it anymore, типа, но тут я серверы, поэтому вот я тут с вами, поэтому give me a break. Тебя хватило на часа полтора игры. Пацан, за неделю. Я 19 часов играл этим персонажем. Какая разница? Сука, блядь. Еще раз скажешь, какая разница? I will fucking fuck your ass. Ну, Денис, правда. Ну, какая разница? Денис, какая разница? Ну, ты и урод. Какая разница, Денис? Пацан. Don't say it one more time. Say it one more time. Какая разница? А? Я не слышу ответов. I see what you try to do. Ты научился вытаскивать пулю? Да. Ты мощный, блин. Мне, блядь, в пятку попал. Как так это с другого? Ну попал в пятку. Блядь. Я все шотган амму потратил, когда сгорел в огне. Да как так? Блядь. Вот это мега обидно, сука. У меня было две коробки. Пацан, нет, there is no coming back. I'm a ghost. Ну, кто-то из вас должен умереть. Должно быть это баланс. Sometimes foreshadowing is relatively obvious. Какая разница, Денис? Нового персонажа создай. Я вот он, я новый. А что такое, не попадается? Не машется? Нет. А, не попадается. Видишь, я настолько shit fucking shot, я даже не могу по тебе попасть, когда у меня дуло у тебя в груди. Так. What a fucking disgrace I am, I'm gonna go invincible. Хо-хо, I'm behind you. Какая разница? Денис. Ты в яйца попал и bleeding out of my balls. Так, ну мне нечем заштопаться теперь. Ну какая разница, Денис? Ну хромаю, да. Звучишь как какой-то fucking psycho. Ты хромаешь, братан, ты хромаешь. Let me shoot you once again. I wanna hear you squeal. Так, this guy is too funny. Я чё, кончились? Fuck off, Денис, fuck off.
пошел. Оу, щит, у меня кончились иголки. Отъебись, я тут собираю ягодки, блядь. Йоу, иди нахуй, иди, be a ghost. Блядь, he was just walking in circles, и он задоджил все мои пули. Вот это, конечно, просто нео нашего времени. Let me pick up the fucking berries. Отъебись. You'll never find me here. У меня иголки кончились, там хуёво. У нас вроде есть иголки. Да блядское, блядь, говно, сучи, эти trapping fucking cunts. I hate it. I fucking hate trapping. Блин, ну что делаешь? Давай выходи отсюда. А где я? У тебя в машине что-то нельзя. Окно закрой, печка дует. Повар? Да не убил повара. Ты чё повара убил? Он не ответил на вопрос, какова его профессия. Лян, наряд у него моё почтение. Он в кедах взял. Да, козырно. Повар. А где Денис? Я мёртв, братан, ты где был? Я сгорел в огне. Блять, так не хочется туда заходить в дух. Да, там жестко. Эх, завидую, пацаны, вам занимайтесь. Заходи и занимайся. Я literally умер. Я I'm with you guys in spirit. Блять, тут зомби пришел. Снимите наряд. Ебать. Отстань. Ну, Денис, ты заходи уже, заебал. На той, заходи. Че за появление исчезания? О, у меня тут, пацаны, повар пришел. У него черный эйк. Нет, блядь, я два раза. Все, пизда. Три раза, я как там вообще пронесло. Меня вообще пронесло. Ты битен? Не надо снимать. Да, у меня в шею. Нет, я не битен, я... Антон, ты все еще не еще зомби. Не битен, нет. This fucking guy has some fucking plot armor going on. Натуре. У меня просто сломалась моя дубина, и все, и пизда, я прям просто под откос. Да, надо взять что-то. Там, смотри, сколько Данил их долбится, блядь. Угу. Ебать, тут полная комната, пацаны. Я вам не сказал, что заходить. Это не сага, это значит. Я сюда не хочу. Я лучше больше. Там много. Там много! Выходим, выходим. Ебать. Да они на выстрелы пришли, походу. Угу. Трое идут. Тут сзади еще зомби еще. Блять, сзади. Антон, прикрывай сзади. Я, блять, с молотком. Знать бы еще состояние топора своего. Да. Блять, ночь еще наступает. Может поедем домой, а? Да, поехали домой. Езжать. А ты останешься тут? Да. Окей. Антон, ну, у него тачка домой есть, поэтому, да.
О, мои розовые очки, погоди. Чувствую... По жизни. Я чувствую чувство выполненного долга, что мы все-таки приехали к Даниле. Погребли пили. Потом покусали, можно поехали, да. Долг выполнен. А то я... Я не хочу ждать, пока бросает меня. Давай навигируй меня, потому что я не знаю, куда ехать. Пипец, как тут вышло. Ну, давай нам обратно к главному входу. Что, начала лагать игра? Да тут так много зомби вышло, что, видимо, она и залагала. Дерьмо, что-то мне здесь тоже уже не нравится, я, пожалуй, тоже поеду. Так, Антон, вот сейчас налево. Йоу-йоу-йоу-йоу! Блядь! Чё? Пиздец. Ты нас так можешь убить, ты знаешь об этом? Да. Первый поворот направо, я проехал. Блядь, тут просто пиздец. Сколько их. Ну, это Кегельбан. Нет! Не паникуй, ты так машину снимаешь. Не паникуй. Ну а куда здесь проехать, блядь, со всех сторон деревья? Я в деревья уебусь. Они прям посередине, то есть можно либо слева, либо справа. Дальше прямо? Да. Блядь! Да что ж такое? Илья, куда нам ехать? Прямо? Блядь, Антон, бедолага весь просто поебанный. Денис просто в него выстрелил, блядь. В игре, в которой можно умереть от гриба, которого... Блядь, пиздец. Я смотрю, у него... Point blank, нахуй, в грудь ему. Он еще так на жопу упал, он такой, ой. Ну ладно, вот парень. И ты. Да, чё всё-таки грустно? Да, всё, Денис, блядь, всё. Интересно, почему? You can't do it like this. This ain't how it works. You're either with us or you're not. Come on, man. Но персонаж выглядит пиздато. Unless you're gonna keep playing him. А у нас есть какой-нибудь пиво? Пиво? Я привез очень много алкоголя всякого. Любимое пиво. Фэллос. А куда ты поставил свой алкоголь? Не надо, ну не надо, блять, нам портить все, Денис. А куда ты спрятал весь этот алкоголь? Ну, было такое, что да, что-то прям очень быстрое такое где-то промелькнуло. Почему это сейчас не может быть тем сервером, когда мы играем по четвером? Натуре. Нет, в смысле, что? Хороший вопрос. Ствол. Блять, еще Антон наблидил, пиздец. Блять, Денис весь блич выпил, сука. Даже полы помыть нельзя. Выпил весь блич. Я, пацаны, возвращаюсь к тюрьму. Empty bottle. Гаддамит. Денис, поехали качаться в тюрьму. Поехали. Нихуя ты сделал тёлку из Resident Evil. Она все время напоминала мне девку Дениса, тёлку из Resident Evil. Денис, тебя блич. Я выйду. Ну нет, как бы... С тебя мне блич, чтоб я выпил. Я... Я выпил. Причем ржака в том, чексат. Научу сейчас фокусу, чексат. Ты можешь из окна стрелять. Нет, ну зачем? О, это мой персонаж. В голубой маечке, это Джилл Валентайн.
Ингредиенты было, давай. Так. Где стоит такая нужна? Ва. Бля, звонил, какие-то героические вещи сделали. Да, я ебать, он все еще в этой тюрьме. Прям берет и вообще справляется. Опоры реально будут магические вещи делать. Только мой прошлый персонаж до сих пор на его жопе. Не бей ее, не бей ее, нет! Она еще жива, она еще жива. Она встает. Братан, не бей ее, не бей ее, нет! Ублюдок, давай твою, нет! Холоднокровно. Но ты убил прошлого меня, ты доволен? Ты не мог в этом выпустить твой гнев? Нет. Ебать, это все бинты из тебя. Да, сейчас я еще добавлю. Ну. Просто весь дом в кровище. А что я сделаю, да? Я еще заражен, позаражен на кровище. Ну вот, вообще не плохо. Box of shotgun shells, между прочим. А, этот Денис ругался, что их больше нет. В плане, подожди, а где это? Где это? Вот в кабинете здесь. Да, там стоя в столе, кажется. Надо, можно в другой город съездить на разведку. Ну вот, мне кажется. Давай, Антон, по вот этой твоей траектории, которую ты хотел поехать за следующий. Я просто, мне нужно, понимаешь, посмотри на меня, как я хожу классно. Подожди, в картинку. Ты с пор что-то застрял там в личках. Да, я хожу, я бегаю на шифтах и медленнее, чем просто человек ходит. У меня закончились все бинты вообще в округе, понимаешь, то есть все. Ну окей, ладно, хуй с тобой, сиди дома, блядь, отдыхай. А, ну типа и что делай, бинтуйся, пока не кончится. Ну да, бинтуйся, Антон, пока не вылечишься. Антон, тут вот, иди в ванную, которая в моей спальне. Быстрее. Тут, в верхнем шкафчике, вот есть нитки. Как это не работает? В верхнем шкафчике есть нитки. Ах ты злодей, ты включил ПВП. Так это не работает. Ну ладно, ладно, Антон, ладно. Я думаю, это достойно. Do it. О! Класс. Дует. Дует, закрой. Не, дует. Дует. Do what? Swing it. Ну тогда Антон просто... Давай. Do the thing. Ау. Ау. I think he died it. Sounds fair. А как это работает, Денис? Типа ты когда тоже включаешь PvP или что-то происходит? Смысле? Ну типа почему раньше я когда свинг, я тебя не мог побомкать? Ну у меня был гадмод. That's not fair at all. Say it to my face. Стой, ты мой fucking face. Пусси. Пусси. Не попал. Попал, you fucking pussy.
Ау. Ау. Damn, son. What are you, tough? Are you tough? Не попал. Не попал, патронов не было, братан. А. Right. Как тебя вообще не кусают? Просто здесь человек на тебя нападает. Я просто профик! Пацан, 200 человек убито за 2 часа. Темно еще, блин, вот в чем плохо. И сейчас будет еще темнее. О, что случилось? У меня игра багануло. А это я об тебя, Денис, что ли, споткнулся? А? Нет, я вчера с Антоном. У меня персонаж упал просто на ровном месте. Прям в зомбей. О, меня зажали! Пизда, дерьмо. Почему это, блядь, зашло? Почему? Я же никуда не уткнулся. Ну, короче, создаем новый сюжет. Данила сожрали. Только зомби, да. Да, причем как-то очень странно. У меня персонаж перестал вообще двигаться. Денис, если мы создадим новый сервер, ты не будешь потом страгалить, если умрешь? Нет. Я... Давай сразу поговорим, что новый сервер, на котором мы только начинаем. Ну, это вот кайфовый план, потому что я приходил всегда, когда мы уже очень сильно рады. Да, давай. Вот, прям со старта, вчетвером, прям с нуля, и на этот сервер не заходим, unless there are four people online. Окей. Okay.